И мы вновь на ProdExpo 2021. У нас новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию вы представляете? Здравствуйте, Илья Монтай. Представляю компанию «Аваяко». Производим энергетические тонизирующие напитки «Энергет». На выставку все приезжают с какими-то новыми революционными продуктами и чем-то поражает и удивляет. Что вы привезли на этот раз? Революционный продукт есть и у нас. Это микроэнергетик «Энергет». Выпускается в форме стика. Здесь внутри находится энерготонизирующий сироп. Он готов к употреблению, когда необходимо взбодриться. Там, допустим, ситуация, засыпаешь за рулем, вскрываешь упаковку. Здесь в одном стике кофеина, две чашки эспрессо. Ну, можно сравнить с двумя чашками эспрессо. Плюс витамин D3 и триптофан. Можно также запить водой, либо развести в воде. В принципе, это энергетическая основа любого напитка. Интересно, вот у вас в руках еще бутылка, что-то новое, что она привносит в ваш продукт? Расскажите про нее. Удобство. Мы выпускали «Энергет» напиток двух вкусов в банках 0,5 ЖБ, но приняли решение перевести 0,5 упаковку в ПЭТ-бутылку, потому что это удобнее и об этом просит потребитель. Здесь бутылку можно закрутить крышку, положить в рюкзак, на самокате проехать, автомобиль сменить. В общем, это удобно. Вопрос такой, в каких регионах вы представлены? В 2020 году мы провели 4 акции с «Магнит», «Тандер» по всей стране. Сейчас через розницу с побережья Черного моря, от Абхазии до Крыма, покрываем и будем заливать побережье, юг страны, и дальше продвигаться уже на центральную часть России и туда, Урал, Сибирь, двигаться. Наверное, интересный такой вопрос. Как рынок энергетических напитков почувствовал себя во время пандемии? Вот люди, когда сидели и смотрели сериалы дома, они хотели больше тонизироваться или наоборот спрос немножко упал? Вы знаете, мы как раз в момент пандемии, у нас было первое размещение в «Магнит», и у нас были очень хорошие продажи. У нас коллаборация с блогером, с аудиторией почти 10 миллионов человек, это Эрик Давидович. Вот, и у нас вот этот симбиоз и четкое совпадение целевых аудиторий дало очень хорошие результаты. Я так скажу, гречка и продукты первой необходимости – это все хорошо, но когда день, два, три недели, все равно хочется себя побаловать, и люди идут, покупают и сладкие напитки, и напитки, которые придают, и обладают функционалом и придают некий эффект. Отлично. Может быть, какие-то новые у вас есть идеи по поводу следующего года? Может быть, вы что-то хотите раскрыть сейчас, какие-то карты, какие-то новые новинки, которые еще не вышли, но вот-вот должны уже увидеть своего покупателя? Мы разрабатываем собственную упаковку. Это будет небольшой формат банки объемом 170-180 миллилитров. Вот там инновационное решение применено, оно будет снижать логистику самой упаковки порядка 10 раз. Вот вы сказали про коллаборацию с известным блогером. Я уже где-то видел этот логотип, точно он примелькался, это здорово, это ваша победа. Расскажите, что-то еще вот современное, интересное, какие-то розыгрыши, может, планируются у вас в ближайшее время? Да, все верно. Мы сейчас проводим как раз акцию, приз в которой это автомобиль Эрика Давидовича, X5M золотой. Покупая каждый стик, здесь на обороте под швом находится промокод. Он регистрируется на сайте, вводятся контактные данные, и в сентябре мы подведем итоги и подарим автомобиль одному из наших покупателей. Также промокоды будут находиться под крышками бутылок. Ну что ж, мы тогда желаем всем удачи, спасибо вам и до встречи в следующем году. Спасибо, всем удачи.